Всем привет, девочки, мальчики, дамы, господа. Погода у нас сегодня классная, солнышко. Масленица же началась, понимаете? Вчера же был понедельник, первый день масленицы. Сегодня уже второй. Надо блины печь. Дойду до магазина, что-нибудь вкусненького. Не вкусненько, вернее, а к чему куплю яйца, молоко, буду стряпать блины. Вот, а сейчас вообще иду на почту. Тепло, видите, даже без шапки. Жарень. Ветра нету, вообще классная погода. А сейчас иду на почту. Раз у нас тут такие события происходят, на юг я, соответственно, летом не еду. Куда? Значит, буду ездить на дачу. Ну и, собственно говоря, начинаю к даче готовиться. У нас на почте семена продаются. Сейчас пойду кое-что прикуплю. Покажу вам. Иду на нашу почту. На улице сегодня классно. Не совсем жарко, я бы не сказала, что прям жарень такая. Но тепло уже капает, сютает. Весна, практически весна. Зайду на почту, я думаю, она еще работает. Не обед, чтобы я не попала не в обед. И чтобы она еще работала, потому что у нее тут менялось расписание. Посмотрим сейчас. Раньше в этом... В доме, в этом подъезде был детский садик. Представляете? Так, почта. Работает, не работает. Работает. С 9 до 4. О, время уже между прочим, 4 час. У нас была аптека, все, аптека съехала, аптеки больше нету, не рентабельно для нашего гарнизона иметь аптеку. Так что теперь, если нужно какое-то лекарство или резко что-то заболело, голова, нога, еще одно место, нужно ехать в ближайший пункт, это в Письянке. Либо на машине, либо на автобусе. Вот так вот. Девочки, показываю, что купила. Купила морковь нанская в гранулах. Морковь нанская, вот, кстати, вот это 25 рублей такая упаковочка. Ну сколько их тут? Ну, мне кажется, штучек 30-40 есть, наверное. Дальше по 10 рублей вот тоже нанская морковь. 2 грамма. 10-21 месяц и год упаковки. Потом покажу, что с ней делать буду. Готовиться надо. Я буду клеить ее на туалетную бумагу, как это делают многие. Пока февраль-март месяц есть время, в общем, надо делать. Будем вместе с вами сидеть и клеить. Вот, нанскую моркови, короче, купила. Морковка нам нужна. Свеклы купила один пакетик. Думаю, что купила одну. Надо было еще купить. Ну, в общем, потом еще куплю. Мне очень понравилась петунья. Вот такая вот. Петунья пастион блю. Крупноцветковая. Их уже сажать надо будет. Да, вот март месяц написано. Растение высотой 40-45 сантиметров. Сильно кустится. С прочными стеблями. Цветки темно-фиолетовые. Я вот люблю всякие ярко-красные, синие и белые. Мне не нравится, знаете. И мне нравится, когда, например, в одном кашпо или в одном... Они, знаете, что? Они в каких-то капсулках. Там, наверное, от силы 2-3 семечка. Ну-ка, сейчас посмотрим. Девочки, смотрите. Вот такой капсулки. И они в каких-то гранулах, что ли. Но они не черные, они в чем-то белом. Написано, смотрите. Количество семян соответствует ГОСТу.
Мне кажется, тут 10 семечек от силы, если будет. Ну, а нам хватит, что? Ну, зайдут, даже пускай одна зайдет. Это тоже такая же многоцветковая, только сильвия. Низкорослая, ароматная. То есть она еще и пахнет. Я люблю красные, синие и белые цветы. У меня раньше стоял тут на балконе. Как называется это правильно? Ну, в общем, цветы я высаживала. Красные и белые. Так красиво смотрелись. Никакие там вперемешку, разноцветные. Вот это не было. Были только красные, только белые. Я сейчас купила красные и синие. Хочу еще петунью белую. Это я, наверное, на балкон посажу. Думала, продастся, не продастся эта квартира. В общем, непонятно. Че, я так и буду жить всю жизнь. Потом, да потом. Надо жить сейчас. Посажу синие, красные, еще белые, может, где-то куплю. Так, если продастся квартира, посажу на даче. И купила бархатцы. Бархатцев много не бывает. У меня их очень папа любил. Мы их на даче всегда высаживаем вдоль грядок, вдоль дорожки. Бархотки у меня папа называл. Мы их сажаем на кладбище папе всегда. Бархотки его любимые, так что бархатцы еще посажу. Вот именно такие. Именно такие, оранжевое пламя. Когда желтая серединка, по краям вот такие вот они, оранжево-коричневые. Их тоже нужно высаживать уже в марте. Март-апрель на рассаду. Посажу сейчас, в марте, потому что, ну, Урал. И когда они уже такими кустиками, их потом легче высаживать в грунт. Они уже крепенькие. Они и цветут потом дольше, красивее. В общем, вот так. Вот что набрала. Готовлюсь, в общем, я к огородному сезону. И что я наделала? Целую кастрюлю я нажарила. Налила тесто, жарю блины. Вот тут у меня уже нажарено таких блинов. Тут целая тарелка уже таких блинов нажарена. Там будут с начинкой, эти без начинки, со сгущенкой, с вареньем. Вот так мы начинаем масленицу, девочки. Всех с первым днем весны. Всем хорошего настроения, счастья, любви, удачи. Всем пока.